Всем привет, дорогие мои, и мы с вами снова в игре «Кухонная лихорадка», симулятор малого бизнеса, который называется «Тайм-менеджер по готовке». Так, не успела я зайти в игру, и мне предложили что-то. Что мне предложили? Получите специальную машину, которая автоматически готовит ваши блюда. Поспешите, эта возможность доступна только сейчас. Акция закончится через 72 часа. Я нахожусь в кафе для завтрака. Не, ну машина это, конечно, вещь классная, мне ничего не сгорит. Я такую покупала в кафе для закусочную, покупала. Крутая машина, после нее играть вообще можно, не напрягаясь. Но минус, у меня нету столько бабла, у меня только 21, а здесь 40. Я бы, конечно, наверное, потратила бы деньги и купила, потому что у меня впереди еще 20 уровней, и я не уверена, что я сумею их пройти. Так, ну ладно. Хотя нет, у меня 10 уровней, может, я и так пройду. Так, 32 уровень, пытаемся пройти 32 уровень. Так, 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 так. Получится, не получится у нас. Так, пробуем, пробуем, пробуем. Так, Так, вверх сосиски. Так, эту фигню под названием котлеты надо снимать в первую очередь, потому что они быстрее всех горят. Гады такие, а. Так, значит, яйцо, фасольку отдаем. Это мы отдаем. Блин, она не то хочет. А, вот это хочет. Это мы отдаем. Так, он хочет, что тут? Фасольку и яичко. Прелесть. Так. Идем, идем. О, бог ты мой, девушка. С Амстердамчик ты моя. Ты куда столько хочешь-то, а? Котлеты. Ты дома, что ли? А, черт! А, черт! Блин! Пошла полоса неудач, называется. А, меня эта машина выбила из колеи. Я не была готова к ней. Ай, какой кошмар, да? Ладно, бросать не буду, потому что деньги мне нужны. А, как бы... Так, а что у меня игра так стала замедляться? Я не понимаю. То есть у меня такого ни разу не было. Как-то они ходят, это, как будто... Это, да, да что такое? Яйца сгорели. Я не видела, чтобы они были готовы. Да чтоб тебя... Ладно, не буду я обслуживать яйцами. Если мне сегодня с яйцами не везет, ну что поделаешь? Не везет. Так, все, кто хотят яйца, идите вы далеко и надолго. Не получите вы яичек. Так, котлеты горят. И сосиски горят. Ха-ха, успела снять. Прелестно. Так, короче, тебе... Блин, что с игрой творится? Так, не надо говорить, что это я плохо играю. Нет, с игрой что-то не ладан. Явно не ладан, потому что обычно она как-то не подвисает. Впервые такое. Так, я, по крайней мере, замечаю в движениях. Вам, может быть, этого и не видно? Для вас это, может, нормально? Для меня что-то ненормально. Так, ладно. Что-то я не помню, запись-то идет или не идет. В общем, вопрос. Так, сейчас проверим. Да, идет, отлично. Все, я успокоилась. Так, короче, первый раунд. Так, первая попытка на 32 уровне оказалась просто провальной. Провальнее не придумаешь. Так, давай котлеты вначале. Так, что у нас тут? Помидоры и потом сосиски. Так, и печеньки, и яйца. Так, раз и два, и раз и два, и раз и два, и раз и два, и раз и два, и... Так, 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 фасольки держи. Так, яйцо снимаем, прелестно. Так, что у нас тут? Опа, отлично. Так, сосиски. Так, у нас, насколько я помню, опять кучу бифштексов будут хотеть. Хотеть не вредно, вредно не хотеть называется. Так, этому дала, этому. Так, ой, просто я не то положила. Ну что за дела-то, а? Ну вот не может быть все хорошо. Обязательно Лена умудрится какую-нибудь чушь спороть и все испортить, а? Но вот умею я это делать. Никому не нужны бифштексы с
не пойми чем. Им всем с помидорами подавай. Вы когда-нибудь ели котлету с помидорой? Это как-то странно, на мой вкус. Такс. Не нужна им фасоль, не нужна. Я в полной полной засаде оказалась с этими непонятками. Такс. Ай, ё-моё. Так, а что она хочет? А, кофе она хочет. Второе яйцо. Я уже думала, опять испортила. Нет, не испортила. Такс и такс. Так, фасолька, держи, держи, держи. Так, все вместе. Все ему свалять и дать. Прелестно. Так, фасолька и это, и... А, опять яйцо сгорело! Да чтоб тебя! Так, у меня, кстати, времени нет, так что вызываем всех по остаточному принципу, кто что хочет. Так, ради денег, мы постараемся, только ради них. Так, а, вот-вот еще кофе. А, девушка, постой, я тебе кофе навела, кофе это святое, не уходи. Слушайте, ну раунд вполне реальный, просто я туплю по-черному, на чем свет стоит, это какой-то кошмар. Мне уже в интерьере скоро нечего будет покупать. Я уже там все, что могла, прокачала. Так, запомни, Лена, навсегда, что здесь нужно всем только одно. А именно... Да черт побери-то, а! Ну что за ерунда, себя по башке треснула. Потому что, ну видела же, что котлету надо снимать первой. Я всегда снимаю котлету первой, потому что эта котлета горит быстрее всех. Так, фасолька, фасолька, и чего-то там еще будет явно. Так, сосиска. Так, это мы даем сюда. Это мы даем сюда, ложим сюда. Так, что у нас тут? Хлебушка, мэбушка. Так, держи. Сосиска, не гори. Так, держи. Так, мужик, не печалься. Все будет тип-топ. Ты, может, еще об этом не знаешь, но я об этом уже знаю. Так, то все будет хорошо. Так, помидорки. Главное теперь фасольку вместо этих помидор не положить. И все тогда будет хорошо. Так, поехали дальше. Так, печеньки и... Так, фасолька и... Ай, котлета горит, котлету в первую очередь снимаем. Так, 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 помидорка и фасольки, отлично. Так, так, что они хотят у нас? Чашечку кофе. Так, и... О, яйцо горит. О, слава богу. Так, успела обслужить. Так, а это мы сюда. Куча мала, ла-ла-ла. Куча мала. Ла-ла-ла. Так, котлета горит. Не дай бог сейчас придет, который желает кучу яйца. Может такое случиться? Вполне. Ай, красота. Такс, и... Фасоль и тостер с маслом, и фасолька, и... Такс, отлично. Тосты, помидорки и парасете. Так, и... Так, а чё он, никто не идет к нему больше? А, мужик, куда ты ушел? Ну все, ребят, конкретно, 32 уровень. Я играла, в общем-то, не очень плохо, но учитывая, что я никого не успела обслужить, то мне либо надо опять руку прокачивать, то есть играть раз 30-40, после этого я пройду. Либо что-то опять улучшать. Да сколько можно? Я здесь улучшаю в этой кафешке практически все, что только можно. И нельзя. Я уже даже запомнила, кто что хочет. И кто чего не хочет.
Так, фасолька и тост. Так, фасолька, тост и... Так, этому дала. Так, класс. Они мне оставили все чаевые. Это очень даже хорошо. Сейчас придет куча желающих сосиски. Нет, не пришло. Отлично. Блин. Черт, побери-то, а! Нет, все-таки рука у меня очень медленная, ребята. Это какой-то кошмар. С ней вообще... Ну, сейчас опять сгорит. Ну, чтоб тебя... Не успею... Нет, успела снять. Обалдеть. И что? А, вот. Так. Вот, блин. Ну, я не знаю. Это какой-то кошмар. Ну, нет. Это даже не стоит пытаться. Я знаю, что я не пройду. Давайте еще раз перезапущу, и после этого я... Пойду на как говорят многие, на перекур, а я пойду отдыхать. Так, помидорки и тостики и... Так, и вот так, и вот так. Так, так. Парасете... Такс, и такс, и такс, и такс. Так, отлично. Начало, в общем-то, было неплохое. Потому что... так, помидорки, по-моему, буду хотеть. Такс, и тосты, и такс, и помидорки, и такс, и такс, и вот такс, и такс. Так, и такс, и такс, и такс. Так, хорошо. Пока идем неплохо в целом. Так, ёпарасете. Все. Сейчас я собьюсь, 100 пудов собьюсь, потому что они все хотят по многу. А когда хотят по многу, это хуже не бывает. Тост. Блин, клин там, да. Черт, помидорки. Опять чуть не допустила. Блин. В чем дело-то? Ой, просто сейчас придет куча яиц. Чего они так все жрать-то хотят, а? Кошмарики у них просто, кошмарики. Жрать меньше надо, ребят. Вы слышали про такую фигню, как диеты? Знаете, они тоже как бы есть. Почему печенье никто не хочет? Хотите какую-то ерунду? Типа... Блин. Да что ж ты, котлета, снимайся, как полагается. Так, у меня времени мало осталось, поэтому вызываем всех. Кого-то, да, обслужить успеем, кого-то не успеем, неважно. Так, блин, Калинтон, ну куда вы ушли-то, а? Я сейчас дверь на замок закрою, чтобы вы здесь остались сидеть. Недоделки вы мои, пришли жрать, так жрите. Чего вы уходите от меня? Вот нормальные люди, а? Заказали, постояли в очереди 5 минут, а потом пошли. Подумаешь, задержите вы ресторан. Да какие проблемы-то? Так, я уже скоро запомню, кто что хочет. Хотя нет, я что-то не запомнила, я что-то ступила. Потому что я не помню. Так, котлета горит, яйцо горит, а сердце ломит. Так, один из минусов игры в том, что эти все черти меняются местами. И непонятно, где они находятся, где они не находятся. Так, да девушка, не злись ты, а? Ну, наставила я без одних чаевых. Ну, что поделаешь. Такс. Господи, это чокнуто меня напугало. Я подумала, что она хочет не то что-то. Представляете? Было бы
сюрприз. Ой-ой-ой. А я нормальная, да? Ну, кто у меня хочет? Ну, ошиблась эта тарелка. Все, я не могу играть. Я не могу играть на сегодня. Я с этой квазимодой закончила, потому что что-то мне сегодня не фартит. Бывают такие дни, ребят, когда вам реально что-то не везет. Короче, дети все в попу, никого не буду обслуживать, только печеньки с чайком буду раздавать. Так, и все. А хотя нет, вот. А, может быть, сейчас и будет все нормально. Так, надо только подумать. Так. Надо только подумать, где что достать. Такс. И... Такс. И... Чё-то потеряла я. Так. Ай, блин, девушка, куда ты пошла? Вернись, сладка-то моя. Так, мужики с сардельками, фрикадельками, идите в пень-колоду. Так, не хочу я вас обслуживать, не буду я вас обслуживать. Вы мне не нравитесь. Куда вы ушли? Оставили меня с двумя сосисками, точнее, четырьмя. В меня ж столько не влезет, а? Ну все, 32-й раунд и опять разводной... Да, и опять я в пролете. Ну что, пойду я с горя напиваться чаем, ребят. Вот, как говорится, если у вас что-то не получается, попейте чайку, передохните, мозг перегрузится, и вполне возможно, у вас что-то не получится. И пробуйте потом снова. Никогда не пытайтесь сразу же добиться своей цели, если у вас что-то не получается. То есть 5 попыток я сделала или сколько там, и сейчас я просто тупо выжатая, как лимон. По силам. Надо отдохнуть и с новыми силами снова пробовать. Так что всем пока!